Привет, ребят, на нашем семейном канале. Я знаю, что вы уже много видео видели про наши путешествия, поездки и так далее, но сейчас я хочу вставить сюда, в это видео, какие-то кадры из жизни нашей простой русской семьи в Америке, как мы тут живем, что мы тут показываем. Разные будут кадры и давно прошедших уже дней, скажем так, несколько месяцев, и ближайшие дни, которые вот сейчас происходят, поэтому наслаждайтесь, смотрите, пишите вопросы, комментарии, я пока вставлю сюда, пусть это будет на нашем канале. А как проходят каникулы ваших детей? Мам, мне кажется, у большинства людей так же. Я просто делаю течку. Илюша вырос из люльки. Теперь у него своя кроватка. Вот сейчас только что собрали кроватку ему. Поставили ее пока сюда. Посмотрим, как дальше будет. Будет ли он в ней хорошо спать? Надеюсь, что да. Такой теперь уголок детский здесь. Мы в Ричмонде. Гуляем. Паш, повернись по мосту, по навесному, который идет над речкой. Он довольно-таки приличной, такой большой, широкой речкой. James River. Большая река в Ричмонде, там сверху. А там машины ездят, да? Там сверху ездят машины. А мы по навесному мосту. О, кепка улетела! Сегодня мы приехали в Нью-Йорк на Манхэттен. Бруклинский мост. Вот там мы пообедали. Паша с Максом катаются на карусельке, а вот он, Бруклинский мост. Сейчас мы здесь погуляем в парке и потом поедем на Манхэттен. Илюша. Илюша, сегодня у нас 5 месяцев. Илюша, 5 месяцев. Илюша, у Илюши 5 месяцев сегодня праздник. Илюша, смотри, у тебя циферка 5 есть. Ну ты забрался, куда ты от меня уходишь, а? А кто это такой? Кто ты нарисован? Лев, смотри. Лев. Жираф? Да? Вальс, 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 сияет как море, как море. Хочу себе синий-синий-синий Ламборгини. Новый синий иней ожидает в магазине. Илюшка. Плюшка. Уважаемые наши зрители, рассудите нас с Тимофеем. Тимофей хочет все взять на бензине. Потому что это лучше и надежнее, и безопаснее. А это сломается внутри, фиг починить. А я хочу взять на электричестве. Если как вы считаете? Это можно мы починить, потому взять, что я разбираюсь. Мы хотим взять прошер-вошер. Это мойка, получается, давлением сильное. Вот 2000 PSI, 179 долларов, и на 100 долларов дороже, 3000 PSI, газовая. Я хочу взять электрическое, потому что я хочу перейти на электрические батареи дома поставить. Илон, электробатареи. Илон Маск. Что? Илон Маск, да. Вот. И потом тоже купить электромобиль. И еще у нас есть... Что еще у нас есть? Где она наша? А, вон, да, электрическую газонокосилку тоже, вот, получается 40 вольт максимум, вот она стоит 250 баксов, тоже вот эти стоят тоже так же 250 баксов, газовые. Ты выбрал косилку, я выбираю прошу-вашу, все. Но, мы все электрическое возьмем. Ты когда будешь жить, тогда будешь покупать то, что ты хочешь. Почему? В общем, кто за что? Кто за газ, кто за электричество? За газ. Не за газ, в смысле, а за бензин. Че? Давай сюда. Почему? Открываем. Ну, давай сюда. Распаковка электрической газонокосилки Cobalt. Это американский бренд. Будем сейчас здесь косить траву. Сейчас? Ну, а когда? Завтра, что ли? Сейчас будем косить. Надо вот это бы все, наверное, как-то убрать, да? Это мешает здесь.
Вот эта штука мешает. Без мешка. Так, ну все, мы вытащили ее, прикрутили вот эту ручку с двух сторон. Распаковочка вот такая вот. Чик-чик-чик. Ручечка. Ручечка. Вот сюда батарейка вставляется. Ну и все. Где батарейка? А, там еще, да, все? О, большая, да? Ну, здорово, батарейка. Ну, правильно, на 40 минут рассчитано. Только заряжена или нет, интересно? Тяжело. На 40 минут рассчитано. Не знаю. Мой первый пробный завод поставили батарейку. Да. Вот это нажимай. Да, и заводи. Держи. Что-то не работает. Да. Не, что-то не то. Так, утро у нас начинается с чего, Тимофей? С газонокосилки, да? Новая газонокосилка. Тимофей вчера покосил, видите, как красиво стало. Но там еще не покошено далеке. Она не очень шумная. Косит идеально. Но хватает. Ты одинаково сделал с двух сторон? Газонокосилка от Илон Макса, да? Илон Макса. У нас семья растет, и таких сковородок становится мало. Поэтому я купил новые сковородки. Большие. Вот. Такие здоровые. Ну, набор получается. Одна вот такая здоровая. Ну, хотя она не такая большая, да? Да? Такая же. Такая же, как это? Да. Ну, не, побольше. Ну, не сильно больше кажется. Какой смысл будет? Прям чуть-чуть совсем. Но все равно больше. Она алюминиевая, очень классная. Алюминиевая, с металлом. Деревянные ручки. 50 баксов этот набор стоит. Три сковородки. Алюминиевый с металлом. Еще я заказал вот такую штуку. Это специально для резки ананаса. Сейчас как раз мы попробуем. Пикабу. 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 Илюша у нас теперь в такой штуке катается. Называются прыгунки детские, можно их использовать с 3 месяцев. Илюше уже 5, и вот он так может по кругу крутиться и смотреть на папу, на маму, на всех, да, Илюша? Классная штука, спасает иногда, можно вешать вот так и белье раскладывать, что-то делать, потому что он не хочет лежать, он хочет уже теперь только в горизонтальном положении, в вертикальном, точнее, находиться в положении, и уже совершенно не хочет по-другому, да, Илюша? Илюша, ну скажи привет нашим YouTube-зрителям, скажи. Скажи хай! Скажи хай, people! People, хай, скажи. Эй, Илюша. Да давай. Ну, вообще заплеваться. Два дня надо придет. Ать, 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 ать. Нравится, да? Нравится? Классная штучка такая у нас. Ту-ту-ту, тру-ту-ту. Быстро растут дети. 5 месяцев, представляете, уже? 5. Родила недавно, уже 5 месяцев. Я вообще ничего не снимала за эти 5 месяцев. Там 5 видео, может, вышло после того, как мы рожали. Как-то лень мне снимать. Но я постараюсь исправиться. Сейчас предстоит большой месяц путешествий. Да. Мы не хотим снимать видосы, да? Мы ленимся, понимаете? Так, вывоз
часть мусора с территории, прилегающей к дому. А бензинки не тянут. Дети, что мы делаем? Ой, Макси, как плохо себя ведет. Мы ждем, пока папа заказывает еду. А малыш идет уже. А малыш? Уже сидит. Малыш, привет! Илюша! Панда тоже сидит. Мне сейчас сбилось. Панда тоже. Ты что делаешь? Все, она хочет бегать.